Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале ТНТшка Блокс, и это новый формат видео. Я снимаю бумажные сюрпризы. Да, я начала снимать. Вот мой каталог. И у меня бумажные сюрпризы. И я не успела начать снимать видео, я уже открыла один пакетик. Ням-ням. У меня есть пакетик со словами. Ням-ням. Это вкусняшки. С деньгами. Цветные линзы. И чехлы на телефон. Я уже приклеила сладости, ням-ням. И у меня попалась вот такая вот конфетка. Так, давайте ее отметим. Так, я отметила. И листаем дальше. У нас чехлы. Итак, давайте чехлы откроем. Итак, и да, тут есть один редкий чехол. Вот. Он, короче, четвертый. Вот. Видите сами. Итак, что же нам попалось? Так. Ну-ка. И нам попался вот такой чехол. И написано «Яна» и разбитое сердечко. И тут цифра 2. Значит, это сюда. Так, где мой скотч? Я на скотч буду приклеивать. Ничего? Здесь ничего. Кстати, рисовала это я все сама. Я ничего не распечатывала, потому что как я могла это распечатать? Ну да ладно. Так. Сейчас. Еще возьму. Лучше. И вот так вот коллекция у нас пополняется потихонечку. Жаль то, что нередко. Ну да ладно. А следующая страница — это линзы цветные. Так, давайте их откроем. Вот они. Отрезаем. Достаем. Итак, какие же там линзы попались? И нам попались вот такие вот красные линзы. И у них номер 5. Так, давайте их приклеим. Здесь тоже есть редкая. Редкая — это тоже четвертая. Четвертый номер. Кстати, да, у меня всего лишь 5 страниц с этим каталогом. Тут и не с этим. Ну, как бы бумажных сюрпризов, да, можно так сказать. Вот. Но я планирую еще какой-нибудь сделать. Я даже уже знаю, какой. Приготовь. Ой, не буду болтать. Итак, продолжим. И дальше у нас слово. Да, я придумала слово. И у нас 2 пакетика. Давайте откроем один из них. Какой же, какой же? Так, отвернусь-ка я. Давайте вот этот. На удачу. Так. И я вижу там какая, вроде бы, буква S. Сейчас посмотрим. И да, ребята, я была права. Это буковка S. И у нее номер 8. Номер 8, он предпоследний. Итак, давайте наклеим. Сейчас отрежу. Да, я леплю на скотч. Это нормально. Вот так вот. Я приклеила. И давайте еще откроем слово. Ну, букву. И я, по-моему, тоже вижу. Но я пока не поняла. О, теперь я поняла. Это последняя буква, мягкий знак. Так, сейчас ее приклеим. И вот такая получается пока что у нас. S и мягкий знак. Как думаете, что это за слово может быть? Ой, да ладно. Так, давайте продолжаем. И следующий каталог, как вы угадаете, ой, правильно, деньги. Я придумала новый, ну, каталог, типа, это деньги, и тут по 2 сразу. Так, нам попалось... Нам попались. Ой. Я разрезала немножечко одну денежку. И да ладно. Да ладно. Ничего страшного. Вот эти кусочки денег. Ну ладно. Пофиг. Но тут я могу разглядеть $60 и $20. Сейчас, погодите, я заскочу. Вот скотч. Он недалеко был. Так. Отрезаем, нарезаем. Так как.
Извини, пожалуйста, ребята. Отрезаем. И еще раз отрезаем. Напишите в комментариях, такой вам формат видео нравится. Итак, $20 это четвертый номер. Это сюда. Приклеила. А это 12 номер, самый последний, $60. Так, сейчас отрежу. Я предлагаю, ребята, еще открыть один чехольчик. Пожалуйста. Вы мне разрешаете? Я надеюсь, что вы мне разрешаете. Итак, вот чехлы. Я хочу, чтобы у меня был пятый чехол. Там всего 7 чехлов. Я запомнила, какой там пятый чехол. Я его очень хочу. Так, сейчас попытаем удачу. Давайте возьмем вот этот. Он был перевернут, остальные все, ну, надписью наверх, а этот вниз. Ох, давайте попытаем удачу. Итак. Ребят. Это пятый номер. Это пятый номер, я не шучу. Я помню, он был радужный. Ничего себе, как мне повезло. Я везучая. Так. Но, хочу вас огорчить, это не редкость. Редкость это четвертый, я там сделала немножечко не то. Так-то хотела наоборот, чтобы редкость была радужной. Ну да ладно. Эх, уже не переделаешь. Вот так-то, ребят. Вот так наклеим. Вот так, ребята. Потихонечку уже все собирается. Итак, спасибо за это видео, что посмотрел его. Нажимай лайк, подписывайся и всем пока-пока.